приготовим говяжью печень с яблоками. Нам понадобится мука. Я предпочитаю кукурузную. С ней блюдо намного вкусней. Печень промываем и удаляем всю пленку. Печень готова к приготовлению. С яблок удаляем всю сердцевину. Кольцами нарезаем яблоки и лук. Слегка отбиваем печень. При жарке она станет сочной и мягкой. Обжариваем яблочки на растительном масле с двух сторон. Буквально по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Следом на сковороду отправляем лук, нарезанный тоже кольцами. Обжариваем с двух сторон по 2 минутки. В кукурузную муку добавляем соль. Обваляем стейки печени в муке и обжарим с двух сторон. Готовую обжаренную печень присыпем черным молотым перцем. Все ингредиенты для нашего блюда готовы. Собираем наше блюдо. Вот так. Печень в яблоках. Получилось вкусно и нарядно. Попадая в рот, печень буквально тает во рту. До встречи, друзья, на канале «Новые горизонты».